Hi guys, welcome back to Junris Vlog Adek Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, video by Artyom Grishanov, entitled From Russia with Love, with English subtitles on it. And credit to the owner also with the video to Grishanov. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, artists that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. And actually, this is a video request reaction by Nikolai. Thank you so much, Nikolai, for suggesting with this amazing and beautiful video. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Let's get to it and enjoy with this amazing and beautiful and powerful video. Wow, thank you so much for this video. Россия — это моя мама. Oh. Моя родина. My homeland. Это страна, в которой я живу. Be proud. Always be a Russian. На этой земле, на которой сейчас стою и живу, это и есть Россия. Россия — это когда человек уедет. Когда человек уедет далеко-далеко. I love the music. Ему очень хочется вернуться. Если ты наш, если ты советский, ты ничто не променяешь Россию. Вот что такое Россия. Понял? И так просто нельзя прожить в ней. И Россия — это не только что-нибудь, но и вся жизнь человека. И, по-моему, это я не могу высказать. О, oh my God. Ну, Россия — это все вот с начала до самого конца. It вот с младенческих лет до самой старости человека. Вот все абсолютно. Wow, what a wonderful message. Nice message. Oh my God. Почему Запад аплодирует Горбачеву и почему Запад аплодирует Ельцину? Что вы думаете? Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты и так далее? Ничего подобного. Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Они говорят: действуй, Миша, мы тебе поаплодируем, а они рады стараться. Все больше людей говорят да референдуму, да союзу. Чтобы должен быть союз, потому что должен быть это союз. Мощь, кулак единый, когда будет все вместе. А если между собой, между республиками, тогда, как говорится, будем мы слабые все. Если бы нашелся такой сумасшедший, которому бы удалось все же спровоцировать вот разделение страны, это такая бела бы была для этой страны, для всего мира и для европейцев. Это просто немыслимо. Большинство участвовавших в референдуме поддержало союз, сохранение союза. 112,1 миллиона советских граждан. Это 76,3% всех принимавших участие в референдуме. Пошли танки. Ой, ребята, это серьезно. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества. Мам, слушай, я утром да поел. Мам, нет, мам, я решил. Мы отсюда не уйдем. Может, и будут стрелять. Кто? Кто? Я не знаю. Сволочь! 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 Смеетесь вы зря, блядь! Наверное, уходит здравый смысл из наших голов.
Неужели Россия страна только страстей? Неужели Россия страна только горькой судьбы? Это боевой патрон? Пусть бы Горбачев сказал бы в 1985 году, что в 91 году перестройка закончится развалом государства, расчленением, гибелью людей. Это говорит правду. Теперь можно ожидать настоящего движения вперед. Это вне всякого сомнения. И люди будут по-другому работать, и теперь появится вера. Вы даете себе отчет, что будет завтра на Украине, например? По какому подперемать праву? Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс? Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с замечательным праздником. Это первый праздник защиты свободы в истории России. С праздником! Алло. Да, Джордж, дорогой, приветствую. Я вот хочу начать сначала с приятного и поздравить вас с Рождеством и Барбару, всю семью. Я даже думал, когда же мне лучше выступать, во вторник или в среду. И с учетом вот этого я решил, что сегодня в конце дня. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. If I had stood before you 4 years ago and described this as the world we would help to build, you would have said, George Bush, you must have been smoking something and you must have inhaled. Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Make no mistake, the demise of communism wasn't a sure thing. It took the strong leadership of presidents from both parties, including Republicans like Richard Nixon and Gerald Ford and Ronald Reagan. And without their vision and the support of the American people, the Soviet Union would be a strong superpower today, and we'd be facing a nuclear threat tonight. Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже к снятию из боевого дежурства ракет, нацеленных на Соединенные Штаты Америки. This convention is the first at which an American president can say the Cold War is over and freedom finished first. Господи, благослови Америку. Слушай, твои не полегли, они сдохли как собаки, понял, нет? What, сдохли brother? Столько же, если мы прекратили свою ерунду. Лучше выходи, надевай себе белую простыню и выходи, понял, нет? Стреляйте их на месте, мужики, стреляйте, не жалейте. Останкинская площадь вся залита кровью. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, ТВ под контролем и радио нет. Они лгут. Все говорит о том, что предали тебя, разрушив твой дом, на колени склоня. А на твоих костях без капельки лжи все заговорят о вечной любви. И на много лет ты станешь гостем дорогим. С протянутой рукою ты погляди, это теперь все будет твоим.
time that Vladimir Putin stand up for president. Like this. Wow, Rob. So much for suggesting with this amazing and beautiful and powerful video that it makes me chills and goosebumps. This is such a heavy video. There's like
storm of emotions because the way how Russia very down and going into up, like when Vladimir Putin, when Yeltsin put Vladimir Putin to being as the president, and then slowly the Russia being recovered everything from their soldiers, from their military, and from their economy, and GDP is going up and everything, and this is like Russia with love. Wow, every nation experience problems and issues, but seeing Russia also how they recovered with those issues, and now see how Russia, they are one of the top like ranking in the world in many ways. Russia did a fantastic job like making those things and like creating such a beautiful country, and just amazing and incredible. And this is a powerful video that you can share to the world, that this is Russia is now like seeing, as always, that I can hear that our work brothers, and that's incredible. And salute to all the people who made this wonderful video, who make the Russia being so wonderful and prosperous. Salute and much love and respect from the Philippines to all the Russians. You are so incredible. Thank you so much. I enjoyed watching with this one because it gives me learning of how Russia experienced on those times, their history and their culture also. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Vlogadag React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect, my second channel is in the description box below. Thank you so much, privyet and spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye, mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.